По окончанию 5-го тура Пари Суперлиги общаемся с главным тренером «Кристалла» Климентом Сидоровым. Климентий Владимирович, еще раз с победой. Первые впечатления после игры. У вас, видите, сбои, да, идут какие-то технические. Надо было как предматчевое интервью записать утром и послематчевое утром тоже. Три версии записали бы сразу, было бы проще. Ну так, ну какие эмоции? Понятно, что игра от ножа классная, интересная. Наверняка зрителям понравилось. Но, в принципе, вот еще раз скажу, когда в афише есть название «Новая генерация», ну, болельщик там с 99% уверенностью, ну, может быть, уверен, что надо идти на этот матч или включать трансляцию, будет весело, азартно, быстро, ну, и напряженно. Поэтому ничего, наверное, удивительного нету. А так, да, игра, конечно, ну, на нервах, хорошая, хорошая, веселая, ну, классно, что выиграли. Можно сказать, что определяющим моментом стали вот эти запросы видеосаппорта, когда одна и вторая команда взяли свои попытки, и вот их результат и решение судей в целом стали определяющим для вот финишного отрезка матча. Но давайте так. То, что Леша Степанов взял запрос, это еще, ну, какой-то разумный, там очень спорный момент. Но почему мы брали запрос на это, очевидно, я просто не очень понимаю, как можно было не увидеть этот фол. Я, конечно, взял запрос, потому что, ну, тут я на 1000000% был уверен, что, да, что фол был. И очень близко к пенальти, и то, что там красная карточка. Вот как можно было это пропустить, я не очень понял. Поэтому, ну, мой запрос, я не знаю. Он, конечно, был очевиден, надо было его брать. Но, честно говоря, хотелось бы, чтобы в следующий раз это очевидные вещи там, ну, не доводились до запроса тренера. Это, во-первых. А ключевым моментом, вряд ли, ну, не знаю. Ключевым, знаете, что... Такая. Олдскульная, наверное, знаете, шутка такая. Сегодня вот пятница 13-е, да? Пятница 13-е. А что пятница 13-е самое главное? Когда Фредди Кригер приходит, вот что самое главное? Не открывать ему дверь. Не заснуть, да, не заснуть главное. Понятно, что сегодня заснули бы мы немножко там, да, проспали бы вот эти вот включения. Да, и нам хана. Поэтому молодцы, что, да, выполнили установку, очень здорово, да, нейтрализовали. И даже поймали на ошибке, в самом начале забили этот гол. То есть, ну, по большому счету, так, как любят говорить тренеры, давайте банальное. Мы тщательно разобрали игру вратаря соперников. Подготовились, перестроили игру. И вот результат налицо. Тренер молодец. Да? Ну, то есть, на самом деле, ну, смешно, конечно. Да. Пацаны молодцы, красавчики, на самом деле. Все четко, в темп попали. Заманили куда надо. Поймали эти моменты, да. И, ну, и что дало нам результат. Спасибо и удачи. До завтра.